потому не плачь и не рыдай. Я знаю, что здесь не банановый рай. Это не Рио, не Де-Жанейро, не Монте-Карло, не Монтерейо. Это не Аляска и не Экватор, не Улан-Удэ и не Улан-Батор. Это не Рио, не Токио. Это просто Березина! Как оно бывает, а? Давай, Сёня. Иди сдавайся. И чтоб все было нормально. Сдавайся властям, да? А? Сдавайся властям. Да, придется сдаваться. О, блин, так нас много трохи. Да спокойно, сейчас разгоним всех. Нет, нас тут... Я уже имею против, да? А? И снова имею против, разгоним нас, да? Нет, что, мне сильно одеты, что ли? Мы сейчас с рыбой пойдем в военкомат. Разгонять хай. Если надо, значит надо. Рыба. Да здравствуй, близенский военкомат. Пошли. Пойдем, рыба, пошли разгонять. Пойдем, я тоже дам. Боже. Подожди, так меня тоже заберут тогда. Я с тобой еще раз. Пошли. Майор Ганин у себя? Да. Сюда, пожалуйста. Здравствуйте. 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 Поможем. Ну да как же, если вы так сказали? Что я так сказал? Ну я себе повестку сам не дал. Вы ж мне дали. Денис, иди сюда. Я, да, я всегда, я как обычно. Так, вам повестку можно не отдавать, нет, на памяти оставить. Можно? Да. Можно. Все, все, спасибо. Спасибо. Распишись и поставь число. А сегодня какое число? 29. 29. Я забыл, какой тебе память. А где ставить? Вот здесь. А, сначала расписаться, потом число, да? 29-е. А что их там? 96-е, 99-е. Сколько у нас сегодня идет? Четверо. Четверо? О, так нормально, еще паспорт. Паспорт? Удостоверение приписки. Пожалуйста. Этого мадама паспорт у меня в школе не отдали. А что тебе в школе? А потому что классный ушел на этот вот, ну, в отпуск, ну, короче, бухать. Ну, все, ушел гулять. А паспорт остался у него. Он сказал, что не отдаст, но не отдал. Ну, этот вот документ тоже важный. Можно я его покажу? Да кому? Ну вот, дайте покажу. Все. Подождите, ну дайте один. Ну дайте, дайте вот человеку все покажу. Поздно. Не, поздно. Ну пожалуйста. Все, ну, все. Дайте покажу, какой я был молодой там. Ну. Вот я тебе покажу, какой ты был молодой. Ну, уже пошло. Военный билет можно. Не трогать. Руками. Так а они у меня чистые. Ты, кстати, как обращаешься? Товарищ майор, так, можно пройти? Не газуй. Ладно, не научит. Будет есть, так точно. О, я! Честное слово, я. Расписывайся. Ой, подождите, здесь надо ж козырно расписаться? Да. Ой, сейчас я отчеркану тут. На всю жизнь. О! Еще раз. Еще раз? Вот здесь число поставь. С настоящим правилом ознакомиться. Это вот здесь, да? Да. Ты почитай, а должностные приговоры подписываешь. Сегодня так, 29-е. Будь генералом. То есть здесь, ну, прописью, да? Как хочешь. Июнь, да? Да. Июня 1999-го.
Все. Согласен? Готов, все идет. Значит, все. Находись возле двери, далеко не уходи. А когда значит, сейчас доктор придет, раздевать. Посмотрит. А еще и раздевать буду? Ну, конечно, ты что хотел. Сказку по фауду. Точно, можно... Значит, в таком состоянии, чтобы ты и остался. Так я в таком состоянии, вы же ничего с собой больше пить не брали, вы что? Я не знаю, я же вас не обыскиваю, но я тебя предупреждаю. Хорошо. Товарищ майор. Я поручаюсь, можно? Вот. Поверите? Нам, ну, иди, покажи своей маме. Военный билет. Нельзя. Маме, мы там с майором... Уже расписался, уже? А? Чуть всего. Тут чуть ему фуку не среду. Это вот... О, мама, успокойся. Мама не должна плакать. Мама уже заплакалась. Все ж нормально. Студент твой. Я уже и так до меня вопросы. Вся наша брателла. Я не понял. Что-то снимают. Без тебя. Я пойдем, я тебе там иду. С твоей части парня нашел. Где? Вон пойдем познакомлюсь. Я уже знаю его. Их четверо. Знаешь его? Да. Их четверо, они четверо идут. Слежницы не знаю. Вон он стоит, пойду, вон он идет. Сейчас мы пятаку положим. Он, блин, такой кинус страшный. Я. Ты служи, ненаглядный мой. Парень из дочушок перебила мне ноженьки. Это не надо. Алкаш обожгли все лицо. Ты любишь по-прежнему и горит огонек. Приезжай, забери меня, пишет ей паренек. Но ответила девушка, что любви больше нет. Что любовь потеряна. Дай одену последний раз, мадам. А тебе мой ответ. Кому я и потихонечку про меня ты забудь. Может, тебе лобстер так последний раз? Заживут мои ноженьки. Проживу как-нибудь. Сейчас так и поеду вниз, там где меня потихонечку. Про меня ты забудь. Проживут мои ноженьки. Проживу как-нибудь. Ранним солнечным утречком возвращался домой. Скорым дебильским поездом паренек молодой, с голубыми погонами, сигаретой в зубах, шел походкою бодрою на обеих ногах. И со слезами и радостью парня встретила мать. Прибежала та девушка, что хотела обнять. Расскажи, ненаглядный мой, сколько бед перевидал. Но солдат оттолкнул ее и тихонько сказал: ковыляй потихонечку, про меня ты забудь. Твои ноженьки проживу как-нибудь. Ковыляй потихонечку. Искусство требует посмотреть видик твой. Носи нам кассету. Зажили мои ноженьки. Проживу. Можно? Гвальт. Конечно. Давай на последнюю песню. Нет, только не придумай, пацаны. Давайте армейскую. Давай армейскую, классно. Ну давай, ты же орден давай. Дембель. Орден давай. Какие дембель? Орден давай. Дембель.
сказали. Помнишь, как смеялись над тобой, что ты в грязи чуть живой, что ты можешь сутками не спать и по звездам путь определять. Говорили, что ты не такой и обижен, может быть, судьбой. Если утром в осы по росе бегаешь один не так, как все, а ты губы до крови закусил и пощады у земли не просил. Оберегся черной нежно рукой, поправлял ты, опрогабил ногой. Клятву верности ты другу даешь, ты волк человек. Знаешь ты своих родных, мало писем получал от них. Твоя девушка, тебя любя, веселится с кем-то без тебя. Вспоминаешь ты ее глаза, на щеке появится слеза, но в твою защиту станет лес. Ламе, давай! И в руках заряжен крест, а ты губы до крови закусил и пощады у земли не просил. Оберегся черной нежно рукой, поправлял ты, опрогабил ногой. Клятву верности ты другу даешь, в строю о группе крови поешь. Серебрится под тобой белый снег, ты не просто волк, ты волк-человек. Мама, радуйтесь, вы плачете. Сын здоровенький, раз в армию. Давай, и с семи пострянными осень отцвела. Провожают в армию старых. Только не пришла ты на перрон, на перрон, встретить запоздалый эшелон. Синие глаза, словно бирюза, мне вас позабыть никак нельзя. Годы пролетят, снимем мы шинели, пусть они висят, не страшны учебные бои, а лишь бы только рядом было ты. Синие глаза, синие глаза, словно бирюза, мне вас позабыть никак нельзя. Пойдем, зовут. Барин зовет наш, нас зовет нас долг. Ну все, давай, должны. Пошли. Мы тебя ждем. Сейчас я выхожу. Сейчас выйдем. Сейчас мы выйдем. Да. Мы только туда. Правда, ты такие высокие, а такие низкие. В танке стучить, а ты будешь как начальник. Что... Не, какой начальник? Мы вдвоем будем в танке. Он наводчик, а я стрелок. Мы с тобой куда-нибудь. Два. Да, ну... дай бог, все, одну шашку. Открываю знакомую дверь. Все мне ясно стало теперь. Поздновато уже. Ты тоже наш, да? Нет. Так, девушки на улице. На улицу. На улицу.